Прошу глубокоуважаемые зрители простить меня за то, что я появился несколько преждевременно. Но коль скоро это произошло, то я сочту своим долгом кое о чем вас предупредить. Вам, конечно, не раз приходилось встречать надпись на экране, уведомляющую о том, что всякое совпадение с реально существующими людьми и подлинными событиями случайны и не предусмотрены замыслом. Я со своей стороны хочу довести до вашего сведения, что все действующие лица нашего фильма выведены под собственными именами. А события, свидетелями которых вы станете, действительно имели место летом будущего года. Я не оговорился. Ну вот, собственно, и все, что я пока могу вам сказать. Ах да, я не представился. Я в нашем фильме исполняю особые обязанности. Так сказать, ИОО, исполняющий особые обязанности. Альфа, созвездие Кассиопеи, иначе называемый Шидар, и отстоящий от нас на расстоянии 71,42 парсека, то есть 22×10^14 километров, избрана нами целью полета, потому что в течение последних полутора лет Караканская обсерватория зафиксировала свыше 2000 модулированных радиосигналов на волне 21 сантиметр. Это дает нам право предположить наличие разумной жизни на одной из планет системы звезды Шидар. Системы звезды Шидар Альфа Кассиопеи. Так модулированные радиосигналы могут быть посланы высокоорганизованной цивилизации. Я верю, что такой полет даст возможность человеку с планеты Земля впервые в истории человечества протянуть руку разумному существу другой звездной системы. Но путь далек и долог. При около световой скорости продолжительность полета для экипажа звездолета составит в обе стороны примерно 52 года. Поэтому я считаю целесообразным сформировать команду корабля из лиц не старше 14-15 лет, что будет способствовать научному успеху экспедиции, так как участники ее достигнут Альфа Кассиопеи в расцвете своих жизненных и творческих сил, то есть в возрасте около 40 лет. Какой расцвет? 40 лет — это же глубокая старость. Но он-то лучше знает.
что является основным... Толя! Ямщиков! Вы знаете, что важнейшим вопросом в решении межзвездных полетов... Где магнитофон? Лбаты все нет. Горим ярким пламенем без торжественного марша в конце. Горим. Ну-ка. У меня здесь магнитофон, музыка, торжественный марш докладу. Я уже опаздываю. Твоя работа? Ну, эксперимент проводил, ну, ракету запустил, но больше не буду. А если бы у нас все стекла вылетели? Там академики не пущу. Ну, мне надо. А нам не надо. В связи со всем вышеизложенным, я и представляю к защите этот фан-проект полет к звезде Альфа Кассиопеи на космическом корабле «Заря», что означает звездолет, аннигиляционный, релятивистский, ядерный. Кажется, все. Прошу задавать вопросы. Так, прошу задавать вопросы. Ну, смелее, смелее. А? Отдай его. Записка? Пожалуйста. А ты полетела бы, ведь это на всю жизнь. С ним полетела бы. С кем полетела бы? А ты полетела бы, ведь это на всю жизнь. С ним полетела бы. Кто это написал? Пожалуйста. Сколько бизонов насчитывалось в Америке, когда туда прибыли первые европейцы? Бизонов? Можешь не отвечать, ты этого не знаешь. Америку населяли миллионы бизонов. Где они? Вымерли. Они уничтожены людьми. Где лошадь Пржевальского? Где Стеллерова корова? Кутейщикова, при чем тут твоя корова и лошадь Пржевальского? У нас космический сбор. Понимаю, Козелков, понимаю. Середа предлагает в каких-то дальних созвездиях разыскивать обитаемые планеты, в то время как люди делают все, чтобы превратить нашу планету в необитаемую. Кутейщиков. Так вот, люди должны бросить все силы на то, чтобы сохранить на Земле исчезающие виды животных. И было бы гораздо лучше, если бы Середа подумал об этом, а не тратил время на изобретение каких-то дурацких релятивистских двигателей. У меня все. Бизоны вымерли, динозавры вымерли. Придет время, мы тоже вымрем. Вот ты и вымирай, а я пока не собираюсь. А я что, я ничего. Только вот зачем, товарищ Филатов, лететь на Кассиопею, когда у нас на Земле есть марсиане? Марсиане? Ну, конечно. Вот тут написано, как поймали одного марсианина. Он в киоске на улице Горького в Москве газированной водой торговал. Для маскировки. Не всегда верю тому, что написано. Иногда сомневаюсь. Особенно в фантастике. Как у вас получилось 52 года? Я учитывал время разгона, торможения и свободного полета. Конечно, проект «Середы» представляет теоретический интерес. Зачем придумывать что-то, когда существует прекрасное, дешевое топливо H2O? Используя энергию мировых океанов, мы можем превратить всю нашу планету в один гигантский звездолет и лететь на Кассиопею, к Большой Медведице, вообще куда угодно. Ну это ты загнул. Лоб, прекрати цирк! Почему, пожалуйста, демонстрирую силу воды. Прекрати сейчас же! Вот видите, какой запас энергии! Что случилось? Ничего не случилось. Давай пиши дальше. Ну, зачем же так строго? Он все-таки проводил научный эксперимент. Простите, Сергей Сергеевич, вы его не знаете. Он у нас вот где сидит. Ну, вам виднее. Итак, продолжим наше путешествие к Альфа Кассиопеи. Ну что ж, расчеты в основном верные. Я считаю крупным недостатком проекта огромную продолжительность экспедиции. До времени полета на Земле пройдет 500 лет. Но здесь пока мы бессильны. Почему пока? Разве нам удастся когда-нибудь преодолеть световой барьер?
Нет, конечно, законы физики не отменяются. Они только уточняются и дополняются. Но я сказал «пока», потому что природа всегда выступает не только как противник, но и как помощник в достижении наших целей. Она ставит нам барьеры и всегда имеет пути для их обхода. Правда, для такого обхода нужно больше знать. Мы пока не знаем точно, как устроена наша Вселенная, каковы свойства пространства-времени. Но мы уже знаем, что пространство искривлено, что кратчайшее расстояние между двумя точками не есть прямая линия. И, может быть, именно в особенностях строения нашего пространства нужно искать ответ на вопрос, как попасть из одного места в другое быстрее, чем это делает свет. Вот наглядная модель такой возможности. Вдоль трубки мы можем двигаться взад и вперед. Некий путешественник, ну, скажем, это будет жучок, хочет попасть из одного конца трубки в другой, двигаясь вдоль нее. Ему предстоит длинный путь. Если бы он знал, что эта трубка скатана в клубок, что его цель рядом с ним, ему достаточно было бы прогрызть стенки, и он у цели. Я верю, что если не мы, то вы когда-нибудь научитесь прогрызать дырки в пространстве. Выходит, что этот проект уже устарел? Нет-нет. Совсем напротив. Это очень интересный проект. Мы давно занимаемся проблемами выхода в большой космос. И очень знаменательно, что сегодняшний наш разговор происходит здесь, в Калуге, в городе Великого Циолковского. А теперь бы я хотел ответить тебе, Кутейщикова. Ну, конечно же, ты права. Человечество должно приложить все силы, чтобы сохранить животных на Земле. Но оно вышло в космос. И сегодня проблемы космоса стали нашим земным делом. Очень интересен твой проект, Виктор. Но я хотел задать тебе один вопрос. Лена сказала, что это Ира написала записку. Что, правда? Да ничего подобного. Ну что там? Лена Соколова. Справа Шишова и Бычкова. Это все из четвертого. Больше никого, рано еще. Один парсек, это сколько километров? Примерно 31 тысяча миллиардов километров. Порядочно. Паша Каракова идет. Милка! Привет. Привет. Ты русский сделала? Сделала, а что? Дай посмотреть. А ты что, русский не сделал? Да сделал я. Проверить хотел. Сорокин идет. Юлька! Что? Ничего. Тут и гадать нечего. Юлька написала записку. Она со второго класса втрескалась в Витьку. До сих пор при нем краснеет. А я считаю, если человек краснеет, то он не станет писать записки. Что ж, по-твоему, Варька, что ли? Очень ей нужен твой Середа. Она сама личность. Девчонки, а может, это Милка написала записку? Я уже давно вышла из того возраста, когда пишут записки. Шишова, Попова, девятый. Цинская, Фуфурна, шестой. Ты что, всю школу знаешь? Нет, первоклашку путаю. Иванов, опять на заводе. Хорошо. Все, космонавты, перегрузки окончены. Мама, ну еще немножечко. Давайте, ребят, быстро завтракать. Сурпашка, ты опоздаешь в школу. Пойдем умываться. Мама, дай стой. Тихо. Сейчас. У Лёни контрольная. Тихо.
Всем приятного аппетита. Звездолет «Заря» будет оснащен аннигиляционным релятивистским ядерным двигателем. Да. Ключи! У меня сегодня контрольная. Активная идея. По произведенным расчетам, этот двигатель... У меня контрольная. Сообщить звездным кораблям близкую к скорости света. Мама, ну такую что скорость еще не развивал ни один космический Павел, аппарат. Сейчас же выключи радио и позвони. Команда будет формироваться из подростков не старше 14 лет. Папа, ты слышал, что он сказал? Вы слышали, что он сказал? А что он сказал? Ну что же вы? А чего мне разводят кашу в трусы? Тихо! У нас контрольная! Как ты думаешь, сколько километров до Большой Медведицы? Ты смотри, смотри. Вопросы будут потом. Смотрю, смотрю. О, бежит кутейщик. Варька, привет. Привет. Ну, а если эту записку приписала я? Ты чего на меня уставился? Ты русский сделала? Дай посмотреть. Ну, дашь русский или нет? Наконец-то мы дождались великого часа. Середа не приготовил домашнего задания. Ура! Ура! Держи, мы испаряемся. Ты чего тут стоишь? Да вот. Как ты думаешь, кто мог ее написать? Команда формируется из подростков не старше 14 лет. Я сам слышал, собственными ушами. Только что по радио. Аннигиляционный, релятивистки, ядерный. Что-то перепутал? Ничего не перепутал. Алгебру сделал, декс писать. Но это ж невозможно. Все возможно. Ты знаешь, каким голосом говорил диктор? Команда формируется, как освобождение сообщения. А мне алгебра нужна. Английский тоже возьму. Слушай, Витька, поехали в Москву. Время не терпит, небось отбирают. А там знаешь, сколько претендентов? Ну, у нас сейчас контроль. Всегда, ты чего мне дал? Это химия, а мне алгебра. Да забери ты алгебру. Едем. Ребят, вы куда обрываетесь? Шитов, прямей фигуру. Сергей, оборот, да? Выше голову, открой глаза. Ты меня что, не слышишь? Коля, что это с тобой? Ну ты что-нибудь совсем закрутился. Вылезай. Ну-ка дай попозже. Да на сегодня, пожалуй, хватит. Давай. Вам чего? У вас тут отбирают? Уже не отбирают. Как? Уже отобрали? Отобрали. И девчонок отобрали? И девчонок. И тебя отобрали? Отобрали. А почему? Почему? У меня феноменальная память, понял? Я запоминаю 10 страниц типографского текста с одного прочтения. Феномен. Феномен. Фамилия? Копаныгин. Михаил. Копаныгин? Иду. Ну идите, идите отсюда. Опоздали. Осторожней, осторожней, осторожней. Опоздали. Отобрали, опоздали. Едем к Филатову. Сергей Сергеевич очень огорчится, что вы не застали его дома. Вчера вечером мы только и говорили о твоем проекте. У нас был академик Благовидов, подержи кота. Так. Академик Благовидов был просто в восторге от проекта. Ох, ах. Приезжайте в воскресенье. Сережа обязательно будет дома. А сегодня он очень поздно вернется. Простите меня, я так спешу. До свидания. До свидания. До свидания. Что же делать? Будем ждать. Погоди, Пашка. Ты когда слышал эту передачу? В 7:40? Вроде. А что? Мы можем не ждать Филатова. Почему? Козелков,
ты слышал «Пионерскую зорьку», в которой рассказывали о моем фантастическом проекте. Команда формируется. А я-то тоже уши развесил. В Москву приехали, как дураки какие-то. К Паныгину поверили, как младенцы. А у них просто кружок космонавтики. Точно, Зорька. Понимаешь, затмение в мозгах какое-то. Эх, если бы сейчас. А почему это салют сегодня? Не знаю. Красиво. Красиво. Только не пугайтесь. Я думаю, что смогу помочь вам. Но прежде... Я был бы необычайно признателен вам. И поверьте мне, не остался бы в долгу, если бы вы помогли найти мне молодого человека по имени Виктор Середа. Я Середа? Вы Середа. Он Середа? А вы кто? Это не имеет значения. Я исполняю особые обязанности, так сказать, ИОО. Вот это другое дело. Ёлки-палки. Ущипни меня. Ты что, больно? А теперь прошу вас следовать за мной. Куда? Я буду вам весьма признателен, если вы избавите меня от необходимости отвечать на вопросы, на которые я лично отвечать не уполномочен. Я один никуда не поеду. Он один никуда не поедет. Ну, шел с вами. Поехали вместе. А где моя кур? Ну что ж, поехали. Боюсь, что ты, как всегда, увлекаешься. Ведь он же еще мальчишка. Мальчишка? А если этот мальчишка гений? Васечка, ты скажи, пожалуйста, ты додумался до этого? А? Или ты, может, думаешь, что Сергей Сергеевич додумался? Или я, наконец? А он подсказал. Он мальчишка. Его идея хранения антивещества – это гениально. Прошу вас, товарищи, впредь этого мальчишку именовать по имени-отчеству. Как его зовут, Сережа? Витя. Виктор. Прости, Коля, я отчество не знаю. Прошу вас срочно выяснить и сообщить мне имя и отчество этого мальчика из Калуги. Мальчишка. Между прочим, Вася, позволь себе заметить, что великий Моцарт уже в 3 года играл на клавесине сложнейшие пьесы. Сложнейшие. Между прочим, Коля, я позволю тоже себе заметить, что клавесин все-таки не звездолет и даже не фортепиано. А этот ваш калужский Витя, боюсь, не Моцарт. Ну уж извини, Вася, пожалуйста. Различие между клавесином и звездолетом я понимаю больше тебя, лучше тебя. Так, ну, хватит об этом говорить, давайте к делу. Скажи, в чем же именно ты сомневаешься? Чего ты боишься? Я не знаю, чего боится Василий Антифорович, а я боюсь, что вы затеваете дела не в компетенции детей. Дети не могут справиться с этим. Вот именно. Вот именно. Человек впервые встретится с инопланетной цивилизацией. И кто будет представлять нашу Землю? Дети. Мальчики и девочки. Простите, Василий Анистифорович, но к тому времени, когда они окажутся в районе Альфа-Кассиопеи, им будет по 40. Это будут взрослые, образованные люди, закаленные в сложном космическом полете. Я позволю себе напомнить вам то немаловажное обстоятельство, что к академику Благовиду приглашены вы. Ты подождешь здесь. Вы личный, только вы один. Я без Павлика никуда не пойду. Там академики. Вы напрасно упрямите, дорогой мой. Виктор Данилович Середа. Молодой человек. Надо быть осмотрительным, когда входите в незнакомое помещение. Позвольте представить вам моего друга Виктора Даниловича Середу. Николай Кириллович Благовидов. Витя. Не ушиблись. Что? Василий Анистифорович Огонь Дувановский. Бывает. Витя. Александр Иванович Курочкин. Очень приятно. А что это ты на меня... Как смотришь? Вы тот самый Василий Нестифорович Огонь-Дугановский, автор знаменитой космогонической гипотезы Огонь-Дугановского? А ты знаком с моей гипотезой? Я не только знаком с вашей гипотезой, я ее полностью разделяю. Что, Вася? Итак, приступим к делу, прошу вас. Как
Прошу вас садиться. Еще вчера это был фантастический проект калужского школьника Вити Середы. А сегодня это основа проектного задания первого космического корабля, отправляющегося к далекой звезде Альфа, созвездия Кассиопеи. Не может быть. Когда говорят взрослые, дети должны молчать. Извините. Он шутит. Так вот, разработка окончательного проекта поручается вам. Вместе с академиком Филатовым и его институтом космических путешествий. Должен признаться, дорогой Виктор Данилович, что у меня вызывало некоторые сомнения ваша кандидатура. Но сейчас, после личного знакомства с вами, я снимаю свои возражения. И как астроном не могу не порадоваться плодотворности выбора именно Альфа Кассиопеи как объекта исследований. Более того, здесь, в узком кругу, я могу сообщить, что характер принимаемых оттуда сигналов заставляет предположить, что какая-то цивилизация из глубин космоса обращается к нам. Да-да, именно к нам. Вот почему ваш проект встретит со стороны астрономического центра принципиальную поддержку. К сожалению, вынужден добавить в эту бочку меду большую ложку дегтя. Я как биолог решительно возражаю против посылки в космос детей моложе 16 лет с их еще не сформировавшейся костно-мышечной системой. Сергей Сергеевич, академик Курочкин не прав. Сколько ему лет? Лет 15, а что, больше? Ему нет 14. Акселерация. Наше поколение развивается быстрее, чем предыдущее. Причины вам известны. Предполагаю. Ну, хорошо. Академика Курочкина я постараюсь взять на себя. Ну, а пока суть до дела. Приступай к подбору экипажа, тренировкам, работе. Прошу простить меня. Я задержу вас на одно мгновение, уважаемый Виктор Данилович. Прошу вас. Распишитесь в получении. Вот в этой клеточке. Прошу вас. О, у вас прекрасный почерк. Благодарю. Простите, ну как вам удалось? Послушай, а куда он делся? Чудеса. Фу, ну и работка. Да, Юрий Петрович тебя сегодня закрутил, но ты молодец. Выдерживаешь 5G. А из тебя сегодня цифры сыпались, как из счетной машины. Седьмое чувство у тебя развито. Железно. Витя. Опять пришла? Пришла. Я же сказал тебе, не ходи, все равно ничего не выйдет. Я вчера получила второй разряд по художественной гимнастике. Я могу не есть 2 суток, я проверяла себя. Но неужели ты не понимаешь? Я должна лететь. Должна. Да я ничего не могу сделать. Команда отобрана, утверждена. Не приходи сюда больше. Поняла? Но я должна им помочь. Кому? Инопланетянам. Идем. Извини, я ничего не могу сделать. Слушай, а может быть, Каракова написала записку? Ха, да нет, ты же сам проверял ее почерк. Да, проверял. Сегодня мы собрались в связи с неожиданными осложнениями в отношении состава экипажа звездолета «Заря». На первом заседании состав экипажа был определен по схеме 3 плюс 3. 3 девочки, 3 мальчика. Но сегодня стало известно, что кандидатура Лены Кашкиной, к сожалению, отпала. Как отпала? Лена Кашкина отпала? Да-да.
отпала. Бабушка Лены Кашкиной не дала своего согласия. А поскольку для полета необходимо разрешение всех близких родственников, Лена Кашкина отпадает. Что же делать? Отменять полет? Поскольку на последнем заседании по представлению Виктора Даниловича одним из членов экипажа был утвержден Михаил Васильевич Копаныгин, обладающий феноменальной памятью, позволяющей с одного прочтения запомнить 10 страниц мелкого печатного типографского текста, я рекомендовал бы комиссии ознакомиться с этими документами. Прекрасная кандидатура. Как зовут эту девочку? Екатерина Сергеевна Панферова, победитель олимпиад юных археологов, петрографов, кристаллографов, огов. Раз. Мне поручено сообщить вам, Екатерина Андреевна, что отборочная комиссия утвердила вашу кандидатуру. Поздравляю вас. Вы летите. Куда? В космос. Четыре. Простите, что четыре? Четыре блина. А в космос это надолго? Нет, ну, как вам сказать, на всю жизнь. На всю? Ну, если быть более точным, то лет этак на 50. Хорошо. Я полечу. Но при одном условии. Великолепно. Условие принято. А откуда вы знаете, какое условие? Ваше условие, чтобы вместе с вами полетел один мальчик. Да. И вы знаете, кто именно? Считайте, что вы уже летите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 127. 128. Таким образом, наш звездолет, созданный трудом многих конструкторов, инженеров, рабочих, даст возможность экипажу звездолета проделать многолетний путь до Альфа Кассиопеи и вернуться обратно на Землю. Вы ознакомились с командным отсеком звездолета. Продолжим осмотр. Скажите, пожалуйста, какими принципами вы руководствовались в подборе команды? Ведь при таком длительном путешествии психологическая совместимость экипажа является, мне кажется, основой успеха. Это очень серьезный вопрос. На него мог бы подробно ответить академик Курочкин. Но он, к сожалению, уехал с экспедицией в Центральную Африку. Как? Ничего, ничего, ничего. Сейчас мы обратимся к одному из членов экипажа, ответственному за биологическую часть нашей экспедиции. Попрошу всех пройти в биоцентр. Прошу, прошу, прошу. Какая прошу? Огромная сила, чтобы забросить в космос... Девочки? Просто не верится. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вам представить. Экзобиолог Варвара Кутейщикова. Космоврач Юлия Сорокина. Прошу задавать вопрос. По какому принципу подбиралась команда? Я по вопросу психологической совместимости. Журнал для детей Пит Майон. Пардон, мадам. У меня к вам такой вопрос. Мадемуазель Кутейщикова, что заставило вас, как мне известно, столь принципиальную противницу проекта «Середы», принять участие в этой экспедиции? Я посвятила свою жизнь биологии. Старшие товарищи убедили меня в том, что мое участие в этой экспедиции необходимо для науки. А для науки я готова на все. А вы, мадемуазель Сорокина? Я всегда была горячей сторонницей проекта «Вити Середы». Осуществляется моя заветная мечта. Я лечу с Витей к Альфа Кассиопее. Простите, сколько мышей было занято в биологическом эксперименте? Я бы все-таки хотела, чтобы вы ответили на мой вопрос о психологической совместимости экипажа. Прежде всего, четверо из шести членов экипажа – ученики одного класса.
Ну, мы дружим почти 7 лет. Характеры, конечно, у всех разные, но нас объединяет общая цель. Взаимное уважение, чувство ответственности. Может быть, поэтому мы все так легко прошли проверку на совместимость по специальной программе. Да, это она написала записку. Юлька, ну что? Она ничего. И очки, пожалуй, ее не очень портят. А потом, такой возраст. За какой-то год она может совершенно измениться. И, возможно, в будущем даже станет красавицей. А Варька может и подурнеть. Отличная машина! Корабль, что надо. Витя, пока еще не поздно, возьми меня с собой. Уже поздно. Витя в полете, возможны всякие неожиданности. Ну, скажем, у вас испарится вода, что ты будешь делать? Не знаешь, а я что-нибудь придумаю. Федя, ты несовместим. И вообще, скажи спасибо, что я привел тебя сегодня на корабль. Смотри, Середа, подумай. Без меня вам не обойтись. Отстань, лоб. Ну, хочешь, я тебе открою тайну? Я создал универсальный клей. Он клеит все. Демонстрирую. Магический клей. Пробуйте. Отрывайте. Без этого клея в космосе просто нечего Ну-ка. Делать. Сколько раз я тебе говорил не подпускать его к кораблю? Чтобы я тебя здесь больше не видел. Пожалуйста. Пожалуйста, проходите, проходите. А что ты скажешь по поводу вашей экспедиции? Плыви отсюда. Ты чего? Ничего. А это что такое? Должен вас огорчить, но это наш профессиональный секрет. Ведите гостей, будьте хозяевами. Мне хотелось бы привлечь ваше внимание к прибору, который, как мне кажется, должен вас заинтересовать. Прошу сюда. Этот прибор является предметом нашей гордости. Прошу. Вот этот прибор. Это портативный смыслоуловитель. Если участникам экспедиции выпадет счастье, встретиться с обитателями других планет совершенно иной языковой формой общения, им на помощь придет вот этот уникальный прибор. Я попрошу вас сказать несколько слов на своем родном языке. شيء رائع، شيء مدهش، شيء جميل. صدق أو لا تصدق، حقيقة فوق الخيال وأساطير الأولين والآخرين. Потрясающе. Машина это переводчик не новинка. Разрешите я предложу вашему смыслоуловителю более сложную задачу. Уберите от меня эту чертовщину. Лучше бы вы предложили хорошую косточку. Здесь шумно, я устала и хочу домой. Изумительно! А теперь прошу меня простить, но время нашей пресс-конференции кончилось. Я должен продолжить работу с экипажем звездолета. Всего хорошего, всего хорошего. Вас проводят. Надюша, проводите гостей. Извините, один вопрос. Что такое K.O.? Надо окей. К.О. – это камера очистки. Отбросы и мусор, которые скапливаются на корабле, попадая в камеру, автоматически запаковываются в герметические пакеты. Вроде наших молочных пакетов. Треугольничком. Только в 20 раз больше. И выбрасываются в открытый космос. Простите, но не волнуйтесь, не волнуйтесь. Это не засорит космос. Дело в том, что пакет через 24 часа самоуничтожается. Ага. Теперь, друзья, прошу на выход. Очень приятно. Сегодня я вам открою, наконец, тайну этой двери. Это ваша кают-компания.
Сюрприз. Сюрприз. Мы хотели облегчить вам будущую жизнь без родной земли. Вот для этого была создана эта кают-компания. Здесь вы можете отдыхать, заниматься спортом, отмечать праздничные даты, дни своего рождения. На этих двух стендах вы можете воспроизвести 100 вариантов знакомых вам уголков природы, знакомых вам помещений. Вот сейчас я наберу шифр одного из знакомых вам интерьеров. Это что? Моя квартира? Да, Паша. Это твоя квартира. Здесь есть квартиры каждого из вас. Ух ты! А что это за палец? Этот указующий перст мы смоделировали по просьбе ИОО. А это один из уголков среднерусской природы. Мишка, смотри, трава. Как настоящая. А воду можно потрогать? Пойдем, Олечка. Потрогай. А кота погладить можно? Опять он здесь. Ну что ж, погладь. А он настоящий? Не знаю. Катя! А? Не увлекайся. Почему? А то упрешься в небо. А стадион смоделировать можно? Думаю, что можно. А скалистый берег? Если постараться. А зоопарк? Попробуйте. Значит, тут можно смоделировать все, что угодно. А вот и не все. Ну вот. Теперь вы знаете весь корабль. Моя миссия окончена. Я хочу пожелать всем вам и вашему командиру и научному руководителю крепкого и спокойного сна. Завтра старт. Ночь прошла, будто прошла боль. Спит земля. Пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой. Там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев блеск, я возьму свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму этот большой мир. Oh,
каждый день, каждый его час. Если что-то Пятьдесят лет наш экипаж будет находиться в полете. 50 лет это по часам звездного корабля. На Земле же за это время пройдут сотни лет. И встречать наших посланцев будут уже другие поколения. Космическое путешествие за пределы Солнечной системы. На сотни лет советский звездолет летит к звезде Альфа, созвездие Кассиопеи. Молодые люди прошли все испытания и по своим физическим данным полностью соответствуют необходимым современным требованиям. Прошу прощения, но мы вынуждены на время прервать нашу трансляцию. Вы воспользовались тем, что я уехал в Африку. Остановите полет. Что с вами, Александр Иванович? А что со мной? Ничего со мной? Не волнуйтесь, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Экипаж прошел все испытания и по своим физическим данным полностью соответствует вашим требованиям. Теперь я понимаю, вы нарочно меня отправили в Африку, зная о том, что я неравнодушен к африканским животным. Ну, не совсем так. Вы поймите, что я еще не закончил своих экспериментов для полета над мышами и крысами. Эксперименты над мышами и крысами? Ничего страшного, ничего страшного. Успешно завершила ваша ученица. Варя? Варвара Кутейщикова. И все-таки я решительно протестую. Поздравляю экипаж «Зари» с благополучным завершением первого этапа полета. По данным телеметрии, все системы работают нормально. Варвара! Ты слышишь меня, Варвара? Слышу, Александр Иванович. Сколько у тебя было подопытных мышей? 27. Все мыши наши? Наши. А сколько осталось живых? Все 27. И Пафнутий жив? Он же был такой слабенький. Жив, Пафнутий, жив. Жив? Жив, жив. Ладно. Летите. Поздравляю, ребята, с началом экспедиции. Покидаем Солнечную систему. Всем приступить к исполнению рабочих заданий. Приготовить к включению аннигиляционные двигатели. Внимание по кораблю. Мы достигли расчетной скорости. Слушай, неужели мы летим со скоростью света? Да, почти. Даже сам удивляюсь. Сейчас наступает состояние невесомости. Как в кино. Может, полетаем? Летай, купайся в острых ощущениях. Только торопись. Через 5 минут включаю искусственную гравитацию. Девочки, как там у вас дела? У меня все в порядке. Нормально. А у тебя что, Варя? Сейчас, сейчас, подожди минуточку. Где же она, ваша невесомость, невесомость? Да ты отключи свои магнитные ботинки и оттолкнись посильней. Потрясающе!
здорово же, братцы. Вот она, невесомость-то. Из аквариума выскочила вся вода и рыбка. Кутейщик, я от тебя этого не ожидал. Накрой ее сверху. Кутейщикова, твое время истекло. Включай искусственное поле тяготения с упреждением в 10 минут. Лови скорей, или твоя рыбка плюхнется на пол. Можешь подставить сковородку. Подожди, она же разобьется. Не включай, не включай. Ой, Варенька, плыву тебе на помощь. Смотрите, магнитофон. Откуда? Что там случилось? Скорей туда! Ребята, а я? Ух ты! Что с тобой? Кажется, этот чертов клей! Тебе помочь? Сам справлюсь. Давай сюрприз. Магнитные ботинки. Соображать пора. Привет. Так, нам не хватало только тебя. Ну, не шуми, не шуми. Что ты шумишь? Разве ты не видишь, что человек висит вверх ногами? Сейчас же спускайся. Не могу. Отключи ботинки. Не могу, они у меня приклеены. Федя, здравствуй! Здравствуй, здравствуй! Из тебя все высыпалось! Слушай, как ты залез на небо? Это все шутки невесомости и мой незаменимый клей. Я здесь совершенно случайно. Ну и ну! Шнуровывайся! Сейчас! Внимание всем отсекам! Вступает в действие искусственное поле тяготения. Федька, не шнуровывайся! Подожди! Федя, держись! Братцы, падаю! Уберите палец, уберите палец! Ну уберите же скорее палец! Не паникуй, лоб, сейчас я тебе что-нибудь подставлю. Хотя бы вот эту ванну. Ой! Ой! Ну вот, даже ванну по-человечески поставить не смогли. Ты прекрасно приземлился. Фу, жара. Всем немедленно явиться в классный отсек сюрприза. Экипаж опаздывает на занятия. И тут нужно учиться. Под мостом, сбегая по желобу, журчала талая вода. Падавший мягкий снежок устилал изъезженную дорогу. Варька, ее А с длинным хвостиком. Но я совсем другой. Значит, не Варька. И не Юлька. Наверняка не Юлька. Посмотри на Т.
И буквы у нее все какие-то пузатенькие. А может, она осталась на земле? Сел в руках дырявые штиблеты. Штиблет или щиблет? Отстань, мы с тобой в космосе, а не на земле. Самому пора соображать. А что тут соображать? Знать надо. К следующему уроку параграфы 298 и 299. До свидания. Все написала? Да. Ну что, дурак, что ли? Пашка, это же Проксима Центавра. Так вот она какая, ближайшая соседка нашего Солнца. Сколько же еще лететь до Кассиопеи? Да. Кто же все-таки написал эту проклятую записку? Все же по отношению к Албу ты допустил непозволительную мягкотелость. Зачем ты его оставил на корабле? Ну ты как младенец. А что можно сделать? Пока не поздно, пожертвовать одной разведывательной капсулой и отправить его на Землю. Такой тип может погубить всю экспедицию, и никакого контакта с инопланетной цивилизацией не произойдет. И вообще, ты допустил ошибку еще на Земле, когда опустил его с журналистами на корабль. Ну кто мог знать? Ты! Кто написал? Я спрашиваю, кто это написал? Мне это надоело на Земле. И я требую, тогда требую, чтобы тот, кто это написал, извинился перед Катей. Потому что все это неправда. А почему это я должен перед ней извиняться? А потому! И не подумаю, кто она такая, чтобы я перед ней извинялся. А кто она такая? Вот еще влюбленный пингвин. Этот голос сами видим. Ребята, нам надо спешить. Мы входим в район действия Проксима Центавра. Успеем вытащить. Пашка, что с силовым полем? Не могу понять. Дай максимум. Есть. Есть, зацепили. Внимание, внимание.
силовое поле не сможет удержать объект. Сорвался. Кислорода в пакете хватит на 20 минут. Через 20 минут он будет расплавлен Проксимой Центавра. У него уже, наверное, кожа трещит. Ребята, где же Федька? Витя, где же Федька? Кислорода в пакете осталось на 15 минут. А что потом? Все ясно. Силовое поле корабля нарушено магнитной бурей Проксимы. Что будем делать? Я выйду в космос. Помоги навести меня. Я выйду в космос. Я выйду в космос. Следи по экрану за движением. Да. Контролируй относительную скорость и расстояние. Да. Витька, у тебя осталось 14 минут. А что потом? Да помолчи ты! Что это, Паша? Это водородный выброс. Наши дела плохи. Витька может не успеть. Вернуться? Внимание, Витя. Дальность 200. Включи разгонный. Есть. Уходишь в сторону. Боковая 3. Включи левый. Есть. Выключи боковой. Включи попарно-курсовые. Включаю. Идешь хорошо. Сколько у меня осталось времени? Мало. Дальность 10, скорость 12. Выключи разгонный. Торможение. Есть. Дальше работаю сам. Через минуту выброс будет здесь. Его скорость... Тихо, Мишка. Тихо. Витя, жарь на полный. Скорее, Витька. Что-то лоб совсем обалдел. Фу. Ну и жара. Да скорее же. Сейчас, сейчас. Там было написано КО. Я думал, комната отдыха. А это камера очистки. КО, КО. Какой осел? Вот что такое КО. Копаныгин, твое мнение. Отправить его на землю, иначе с ним мы улетим. В тартарары. Козелков. Мне очень жаль разведывательную капсулу. Но другого выхода я не вижу. Кутейщикова. А мне даже капсулы не жалко. С момента его появления на корабле мы стали ссориться. Мы можем наделать глупости и погубить экспедицию. Отправить его на землю. Сорокина. Я не знаю, что с ним делать, но во всяком случае его надо сначала вылечить. Я предлагаю оставить Лобанова на корабле. Ты что, это серьезно? Да, абсолютно серьезно. Ну что ж. Ну что ж. По-моему, права Сорокина. Вопрос о пребывании Лобанова на корабле пока ставим открытым. До его выздоровления. Сейчас всем отдыхать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Знаешь, включи успокоительные импульсы. Частота 15, амплитуда 3. Спокойной ночи.
Зачем ты включил импульсы бодрости? Мне показалось, что ему это не повредит. Выключи. Лежит спокойно. Я включила импульс сна. Идиотские импульсы. Вот твоя рубашка, проснешься, оденешь. Хорошо. Спокойной ночи. Хорошо, щекотно. Ну, хватит. Я не раздумывая согласилась лететь. На всю жизнь. А он? Он не обращает на меня никакого внимания. Он просто не замечает меня. Мальчишки всегда скрывают свои чувства. А Мишка очень скрытный. Он сказал, что все это неправда. Мало ли, что он сказал. Если хочешь знать, так это... Что это? Так это я написала на доске эту глупость. Ты? Да, я! А Федька не выдал меня. Он видел, как я писала. И не выдал. Я возьму память земных верст, буду плыть в спелом густом вине. Там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Пойти спать. А это что такое?
Сергей Сергеевич, связь прекратилась в 008. Попытки восстановить ее успеха не имели. Как вы думаете, что могло произойти? Полагаю, что причина чисто внешняя. Может быть, черная дыра? Что у вас? С момента прекращения связи все астрофизические обсерватории ведут наблюдение за районом А-1246. Но пока ничего утешительного сообщить не могу. Продолжайте наблюдение. Ну, что, Надюша? Ну, в момент прекращения связи корабль находился здесь. Мы прощупали весь квадрат А-1246. Зари не оказалось, она исчезла почти мгновенно. Ты думаешь, катастрофа? Не знаю, но это действительно походит на черную дыру. Наше небо. Земля. Ну, конечно, земля. Смотрите, какой-то старик
Вы не узнаете меня, друзья? Вы чем-то похожи на Сергея Сергеевича Филатова. Вы его отец? Да нет, Паша, это я сам. Что с вами случилось, Сергей Сергеевич? Ничего особенного не случилось, Витя. Просто я постарел. С момента последнего сеанса связи у нас на Земле прошло 27 лет. Ну, естественно, годы берут свое. А вот что случилось с вами, мы не знаем до сих пор. В течение 27 лет ученые ломают голову, но так и не разгадали этой загадки. Одни считают, что вы попали в тахионную спираль. Другие предполагают, что вы оказались в субпространстве. Во всяком случае, пока не было связи, вы двигались со скоростью, не предусмотренной никакими законами физики и неизвестной человечеству. Но не будем терять времени, друзья. Я уступаю место руководителю лаборатории сверхдальней связи. Здравствуйте, ребят. Вы меня, наверное, не узнаете. А ведь мы когда-то были знакомы. И с тобой, Витя. И с тобой, Юля. А с тобой, Кутеечкова, мы просто сидели на одной парте. Милка Каракова? Да, ребята, это я. Витя, ты поступил очень жестоко, не взяв меня с собой. Почему жестоко? Потому что это я приписала записку. Помнишь? Ты? Вы? Нет. Я сверял почерк с вашей тетрадкой. Это не вы. Я нарочно писала левой рукой, чтобы никто не догадался. Твой полет так на меня подействовал, что я стала радиоастрономом. Мне уже 40 лет, у меня двое детей. Младшего сына, вот он, я назвала в честь тебя, Витей. А девочку, ее зовут Варей. Милка. Вылитая Милка. Ребята, сотрудникам моей лаборатории удалось расшифровать сигналы, все еще поступающие из района Альфа-Кассиопеи. На одной из планет произошла катастрофа, угрожающая уничтожением цивилизации. Что-то угрожает мыслящим существам. Вы должны им помочь. Вы слышите меня? Витя! Витя! Вы слышите меня? Слышим! Если Милке сейчас уже 40, то выходит, когда мы вернемся, их всех уже не будет. Парадокс Эйнштейна. Это даже первоклассники знают. И ты знала, когда улетала. Ребята, я понимаю. Честное слово, все понимаю. Отправьте меня на Землю. Я не имею права лететь с вами. Я всегда во всем виноват. Понял. Наконец-то. Теперь поздно. Никакая капсула не долетит до Земли. Я не хочу мешать вам! Не хочу! Заприте меня куда-нибудь и не выпускайте, пока мы не вернемся на Землю! Я несовместим. Несовместим? Мы так чертовски далеко от дома. Какая уж тут несовместимость. Я думаю, ребята, мы не будем его запирать. Но верю я, сможет он стать седьмым членом нашего экипажа. Я согласен. И я согласна. И я. И я согласна. Что ж, пусть будет так.